Что такое? Что-то не так? Все хорошо, не беспокойтесь. А кстати, а вы давно мылись? Где же оно подевалось? Вроде я его тут уронил. Вот же напасть. Какой же я без него Джейсон Вурхис? Да меня просто на смех поднимут, если узнают. Здравствуйте, дяденька. У вас что-то случилось? Иди, свинка, своей дорогой. Знаете, мой папа учит меня, что нужно быть вежливым. Тогда и другие с тобой будут общаться так же. Да? А твой папа тебя не учил мне соваться в чужие дела без приглашения? Ну ладно. Извините. Я просто хотела вам помочь. Да? Постой, свинка. Не уходи. Ты можешь мне помочь? Да, конечно. Папа меня учит, что нужно помогать людям. Ага. Ну тогда помоги мне найти кое-что. А что вы ищете? Понимаешь, я кое-что потерял тут. И не могу уже долго найти. А что именно вы потеряли? Этого я пока тебе сказать не могу. Дяденька, ну как же я вам могу помочь, если вы не хотите мне говорить, что потеряли? А ты просто ищи. И когда найдешь это, то ты сразу поймешь, что что-то нашла. Тогда и позовешь меня. Это прямо как в сказке, которую недавно читал мне мой папа. Называется «Пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что». Не знаю, мне мама такую не читала. Дяденька, а почему вы не хотите говорить, что потеряли? Обещаю тебе, если ты найдешь то, что я ищу, то я тебе обязательно расскажу. Договорились. А найду я быстро. А чего это ты так уверена в этом? Дяденька, вы разве не знали, что нюх у свиней гораздо более тонкий, чем у собак? Только для того, чтобы взять след, мне нужно вас понюхать. Ну хорошо, я не против. Понюхай немного. Фу. Что такое? Что-то не так? Все хорошо, не беспокойтесь. А кстати, а вы давно мылись? А почему ты спрашиваешь? Да так, просто ради интереса. Не обращайте внимания. Ну я пошла искать. Дяденька! Что там опять? А оно тяжелое или легкое? Тяжелое. А твердое или мягкое? Твердое. А это случайно не мачете? Да. А как ты догадалась? Кажется, я его нашла. Спасибо, свинка, что помогла мне найти его. Уж и не знаю, как бы я без него был. А почему вы мне сразу не сказали, что вы именно его ищете? Да потому что ты не стала бы мне помогать. Да почему же? Свинка, ты разве не узнала меня? Нет. А кто вы? Я Джейсон Вурхис. И сейчас я тебя заберу с собой. И съем сегодня за ужином. Ах да, я узнала вас. О вас писали в газетах. Но знаете, я вас не боюсь. Как это? Меня все боятся. Да потому что у меня есть один знакомый. Если я ему позвоню, то вам мало не покажется. И кто же это? Слендер. Ладно, малявка, иди гуляй. Считай, тебе сегодня повезло. Ух, как я устала от всего этого.
Ладно, ребят, спасибо за просмотр, ставьте лайки, напишите в комментариях, пожалуйста, понравился ли вам мультфильм. Делитесь видео с друзьями, проверьте, подписаны ли вы на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики.